У 1 рік і 3 місяці вже рекординя. За 23 секунди Ева Бас під водою пропливла 10 метрів і 60 сантиметрів, установивши рекорд України. Плаванням дівчинка почала вправлятися у віці 2 місяців. Гордость есть. Вот и 3 месяца, и такой результат. Конечно, как может бабушка не гордиться? Нет никаких целей там в плане олимпийского золота или еще каких-то мировых достижений. Хотя мы, в принципе, не против, если это будет. Мы хотим, чтобы дети развивались, были здоровы и не болели.